А вот ярославцы учатся экологичному сбору мусора. Накануне на площади Юности состоялась традиционная экоакция. Несколько десятков людей принесли свои пакеты с мусором. Вместе с волонтерами ярославского ОНФ отходы распределяли по фракциям и грузили в специальный экомобиль. Далее мусор отправится на специализированные заводы по переработке вторичного сырья. Экоакция проводится в Ярославле больше года, каждое последнее воскресенье месяца. Все проблемы за полностью наших с вами полигонов от того, что мы не сортируем мусор, весь возим на полигон. Если этот мусор сортировать, да, это полезные фракции бумага, стекло, пластик, металл, достается то малое количество мусора пищевого, в первую очередь, который идет на захоронение. Тем самым мы продлеваем срок службы наших полигонов.